капките на половин ден, чуем паузи около 15 минути. Когато точно ще се случат паузите, ще ви кажа, че няма да бъде повече от около час всяка сесия. Тоест ще имате време да се почивате малко и ще може просто, понеже всичко е избито, да бъде максимално точно, да не се разпределява времето. Като накрая, също, да, накрая ще има по-голямо време, където ще се практикува и ще се служи на хората. Тоест, пастирите може да се служат. Нека да ги приветстваме. Благодарим слава на Господа, пастир Александър Филипянов. Приветствам вас всех. Поздравявам ви всички. Христос Воскрес! Научили се же хорошо. Кто из вас понимает по-русски? Кто я разбираю русский у вас? Все. Я поживу еще недельки две, я уже по болгарски. Устану уже две седмицы, еще поздно говорю на болгарский. Только нужно, чтобы вы медленнее разговаривали. Просто надо да не говорите, да мой я разберу. Друзья, я рад находиться, и для меня привилегия послужить сегодня и передать что-то, что Бог открыл мне. Радовался, да сам тук, да ви послужа и да предам това, което Бог мне открыл. Мирослав, ты сказал, что вы проходите сюда? Да. Совсем же, ты сказал программу. Сегодня у нас будет такая насыщенная программа. Ще имаме много наситена програма. Я знаю, что некоторые из вас пришли для того, чтобы за них помолились за исцеление или решение каких-то проблем. Знам, че някои са дошли тук, за да получат молитва за исцеление или за решение на някакъв проблем. Вы получите молитву. Ще имате молитвата. Мы всегда молимся за всех, никого не отпускаем, не важно сколько человек, 300, 400, мы всегда молимся. Винаги служим на всички, независимо колко хора са дошли, не пускаме никой без да му е било послужено. Примерно две недели назад мы были в одном из городов в Сибири. Бяхме преди две седмици в един град в Сибир. Да, на вечернем служении было 400 человек. И на вечерната служба имаше 400 человека. И у нас было искушение отказаться от своего принципа и помолиться только за некоторые. Имахме искушение да нарушим нашия принцип, да се помолим само за няколко човека. Но мы все-таки решили помолиться за всех, и мы молились до полдвенадцатой ночи. Но все пак решили да не го нарушим, само служихме до 12:30 през нощта. Поэтому мы не боимся этих вещей, мы помолимся за всех, можете спокойно расслабиться и принимать то учение, которое мы будем высвобождать. Так что не се притесняйте, ще помолим за всички, но преди всичко отпуснете се и приемете това учение, което носим. То, чем мы будем с вами делиться, оно даже, как бы, может быть, важнее, чем та молитва, которую будем совершать. Това, което носим като учение, дори е по-важно от самата молитва, която получим. Потому что если вы поймете, если вы примете это откровение, защото ако приемете това откровение, это будет такой хороший рывок в вашей жизни веры, такой христианский, да, жизни верующего, который в жизни веры, так можно сказать. Ваше сновидение дори голям скок в ваше духовное живот на вера, так да се каже. И вы получите тот духовный иммунитет. И ще имате този духовен имунитет, который будет блокировать атаки сатаны и все болезни. Който ще блокира атаките на дявола и неговите болести. Аминь. Аминь. Хорошо. Рядом со мной, вот напротив меня, мой друг и мой приятел. Конечно, расскажи, что вы видели. Это пастор Александр. Мой пастор Александр, също са каме. Мы дружим очень давно. Ние се познаваме отдавна. Уже 4 года. 4 години. Я являюсь пастором в городе Курск. Аз съм пастор в град Курск, Русия. Это там, где происходило во время Второй мировой войны битва там. Ако се спомните от историята, там се случи по време на Втората световна война танковата, голямата танкова битка. Да, Александр живет в городе Орел. А той живее в град Орел. Это где-то 150 километров от Курска. Той на около 150 километров от този град. Для России это не расстояние. Това изобщо не е нищо за Руси. Мы в гости едем 600 километров. Ние съществуваме на гости на 6 километра един от друг. Так что мы фактически рядом. Все равно сме соседи. И я хочу поделиться с вами такими, для начала хочу свидетельством,
поделиться, как мы вошли в то служение, которое мы сейчас несем. Искам да споделя как влязохме в това служение, което в момента носим. Потому что последние три года мы с Александром практически каждую неделю, каждый месяц мы посещаем один или два города Европы и России. Защото в последните години на всеки три седмици имаме по няколко града, които посещаваме в Русия или в Европа. И с разной интенсивностью мы посчитали последний раз около 100 церквей за три года мы объехали. Грубо за последние три года мы посетили над 100 церквей. И мы видели огромное количество различных чудес и Божьих действий. Свидетельство на огромное количество чудеса и действия на Бога. Мы видели, как Бог изменяет людей и общины какие-то, церкви какие-то. Изменяет, когда люди берут дерзновение поверить то, что написано в Библии. Видели сме как се променят общества на вярващи, взимайки, имайки смелостта да вземат това, което е истина и да го живеят. Примерно где-то 4-5 лет назад в России практически было тяжело встретить человека, который молится за исцеление. Преди 4-5 години приблизително беше много трудно да намерите човек в Русия, който да се моли за исцеление, вярващ. На сегодняшний момент практически редко встретишь церкви, нет какой-то группы, которая двигается в исцелении. А в момента, към днешна дата, почти трудно може да намерите пък вярващи, които пък да не се молят в Русия за исцеление. Баптистские какие-то деноминации, придерживаются другого учения. Но даже среди них есть люди, которые двигаются в исцеление. Исключение правят някои баптистские деноминации, но дори и сред тях вече има хора, които служат в това. Те церкви, где мы обычно служим, это пятидесятнические, харизматические. Практически в каждой церкви уже есть люди, которые уже видели исцеление, происходили исцеление и практикуют это. В Русия основно ние служим в 50-ни и харизматични църкви, където практически навсякъде в момента хората служат в исцеление. Тоест, това редко, когда нет никого, вообще никого, кто занимается этими вещами в церкви. Тоест, много рядко да няма някой, да намерят някой църкви, където някой да не се занимава с това. Кроме того, что мы несем откровение о исцелении, освобождении, мы также несем откровение о том, как работают пророческие дары. И освен исцелението и освобождението като служение, ние носим и откровение за това как работят пророческите дарове в църкви. И все эти проявления Бога, сверхъестественные проявления Духа Святого, мы направляем и утверждаем в том, чтобы люди использовали для того, чтобы обращать людей к Иисусу Христу. И всички тези направления, които има от Святия Дух, проявления, ние ги използваме да обучим хората, за да могат те да носят души за Иисус Христос. И мы видим, что люди, которые очень серьезно относятся к этому посланию, посланию того, что Иисус сказал, чтобы мы делали те дела, которые Он делал, мы видим, что вот эти общины, они начинают потихонечку расти. И видим, что те хора, которые взимают на серьезно думки на Иисус, да вършат делата, които Той вършеше, виждаме как те започват да растат тези общества. В этом году нам с Александром пришлось сделать такую небольшую деноминацию, такое небольшое объединение, потому что у нас уже 12 церквей, и это люди, которых некоторые церкви мы открыли с нуля, некоторые там были группы, мы начали приезжать на семинары и выросла церковь. И появилось вот 12 церквей, и нам пришлось какую-то такую, не деноминацию, как это сказать, как объединение небольшое сделать. То есть тази година вече се наложи да съберем тези църкви, които основахме последните години и в момента са около 12 такива и да направим един вид объединение на тези църкви. Поэтому мы такие не только пастори, мы такие мини-епископы. То есть, освен че сме пастори, се явяваме като мини-епископи. И сейчас я верю, что пришло время для России, Европы и вот для этой части, чтобы нам пора снова пробудиться. И затова аз вярвам, че освен за Русия и за тази част на Европа е дошло време, когато трябва да се събудим. Аминь. И вы должны знать, что у Бога есть план особенные люди. Бог избирает особенных людей, чтобы провести это пробуждение. И трябва да знаете, че Бог има особен план и избира едни специални хора, за да направи това съживление. Да, я хочу, чтобы вы сейчас показали пальцем на этих особенных людей. Вот так, возьмите палец. Искам сега да вземете с вашия пръст и покажите на себя. И да посочим тези специални хора, да посочим себе си. Потому что
Потому что ВОЗ, Бог не планирует спасение людей в Бургасе, в Болгарии без вашего участия. Потому что Бог не планирует спасение людей в Бургасе, в Болгарии без вашего участия. Не будет планировать, чтобы без вашего. Вы непосредственные и самые главные участники в том, что пришло пробуждение в этот город в Болгарии. Вы сте непосредственно най-главните участники в това голямо съжаление, което трябва да бъде в България. Вот это откровение пусть придет к вам. Нека това откровение да дойде във вас. Вы поняли? Да, все, мы можно досветить вам речь. Я расскажу немножко мой христианский путь и как я вошел в это служение, для того, чтобы вы увидели, что я ничем не отличаюсь, и мои проблемы, и мои какие-то истории жизни, она ничем не особенная от вашей, чтобы вы поверили, что вы тоже можете служить Богу в силе Божьей. Искам да ви расскажем вот эта история за това, как тръгнат и да видите, че аз не се различавам с нищо от вас и че вие може да повярвате и се движите в Божията сила. Как вы думаете, если моя фамилия Мунтиано, откуда я? А като ми слушате фамилията Мунтиано, откъде мислите, че съм родом? Румъния. Я из Молдавии, реально. Там Молдавии тоже много Мунтиано. И в Молдова има много с тази фамилия. Да, я сам родом из Молдавии. Аз съм родом от Молдова. Там я обратился к Богу, читая Новый Завет. Мне было 20 лет тогда. Обърнах се към Господ, когато бях на 20 години. То есть я не имел, у меня были некоторые родственники верующие, но я не посещал никакого собрания, вообще никакого. Аз имах години вярващи, но аз лично не посещах никакво църковно събрание. И когда я читал Новый Завет, я почувствовал, что в комнате что-то сверхъестественное появилось, хотя я никогда в жизни такого не чувствовал. И когато читях Новый Завет, просто усетих в стаята, как нечто сверхъестественно се случва, макар че никога до сега не съм изпитал. Сейчас я понимаю, что это присутствие Бога. Сега разбрах, че това е присъствието на Бога. И я склонил свои колени, и я просто отдал свою жизнь Богу. И тогава аз просто застанах на колене и предал живота си на Бога. Все нечистые духи, которые обитали во мне, они просто покинули меня. Всички нечистые духи, които обитаха тогава моята личност, просто напуснаха. Потому что я настолько сильно захотел быть с Богом, что не было ни одного места в моей душе, которое я бы закрыл от Иисуса. Я все открыл для Него. Защото толкова силно поисках да бъда с Бог, че не оставих никакво място в душата си да бъде заето за нещо друго, освен за Него. Если вы открываете все для Иисуса, то свет Божий проникает в эти места. Ако вие отваряте всичко от себе си за Иисус, тогава Божията светлина ще влезе там. Если вы отдадите Ему всю свою жизнь, тогда Он будет использовать вашу жизнь. Ако си отдадете живота, тогава Той ще го използва. И в момент, когда я уже поднялся с колен, я был совершенно другой человек. Когато аз се изправих от коленете си, когато се изправих на краката си, аз бях съвсем друг човек. Свет Божий проник меня и изменил меня. Божия светлина проникна в мен и ме промени. И еще год, я в тот же день я оставил свой бизнес. Още тази година аз оставих бизнеса, с който... У меня был свой бар. Имах заведение бар. Ну там, где вот это вот, знаете. Там, где это пьет. В Болгарии тоже там пьет. Така ли показано, как раз это в России? А в Русия, в Арсен пьет. То есть, я тоже не оставил это. Аз оставих този бизнес. Я не интересовал, что с ним будет, как я буду зарабатывать на деньги. Я просто решил всю свою жизнь дорожить до Иисуса. Оставих тази работа, не интересуешь, как ще живем, но знаешь, целия ми живот ще бъде отдален на Иисус. И еще примерно год была такая ситуация, что у меня не было возможности никакой церкви присоединиться. Я только читал Библию и молился. И още една година аз не се присоединил към нито една църква, просто читах Библията и нищо друго. И моя жена тоже, потому что я был жена тогда уже. И моята жена беше с мен, защото бях вече женен по това. И примерно через год я как раз открылась церковь. Город, который был рядом, и я присоединился к этой церкви, Пятидесятническая церковь. И в Молдова, в града, където живях, до града, в който живях, се открил 50-на църква, и аз се присъединил. И когда только присоединился, я служил во все служения, которые только мог служить. И когда влязох в църквата, почнах по всички видове служения, където можеше да ги има в църквата, служих на всякъде. Лидер молодежи. Бях лидер на младежи. Я. Кой ще бъде лидер на младежи? Я. Лидер прославление. Лидер на хвали. Я. Вообще не умею играть никаких тоже. А изобщо не моля да свире, да пе. Ходить по улице евангелизировать. Да по улице да Бог. Я. Открывать новые церкви. Да открывать новые церкви. Я. Проповедовать 4 раза в неделю. Да проповедовать 4 пати во всех седмицах. Строить церковь на бетоне работать. Да работать в строительстве, самата работа. Я. Я везде был. Бях навсякъде абсолютно. Не было ни одного места в церкви, где не было. Нямаше едно място, където да не участвам. Потому что у меня было такое желание жить для Иисуса. Защото имах такова силно желание да живея за Иисус. Но сейчас оно еще изменение.
А сега е още по-силно. Можеш да живееш така, че твоето желание да живееш за Исуса бъде силнее, не слабее. И можеш да живееш живот така, че твоето желание да става все по-силно, а не да намалява. За мои получается 16 лет, которые я с Богом, за моите 16 години, в които аз съм вярвал, у меня не было никогда регресса. Никога не съм имал падение. У меня был только прогресс всегда. Само растеш. Можно жить всегда прогресс. И това е възможно да растеш само. Можно жить так, что духовная жизнь будет постоянно развиваться. Така че духовният ти живот постоянно да се развива в тебе. Можно жить так, чтобы твое служение постоянно развивалось. Можно живее такъв живот, че твоето служение постоянно да расте. И не только можно, Бог хочет этого. Не само, че може, Бог го иска. И мое желание познавать, как действует Бог, оно росло все больше и больше. И моето желание за това, как работи Бог, расте и също повече и повече. И прочитав одну очень умную книгу, я понял, что Бог должен действовать сверхъестественно в церкви. И когда прочитал одна много умная книга, я сказал, что Бог должен действовать сверхъестественно в своей церкви. Знаете, какая это была книга? Какая это за книга, според вас? Продалась Библия. Я сказал Библия, да. То есть, прочитав Библию, я понял, что мы те, у которых должно это происходить. И читайки Библию, я знаю, что не сме тези хора, в които трябва да се слушат тези неща. Но я не знал, как это сделать, потому что были очень, редкие были проявления, такие сверхъестественные. Но не знаю, как именно да подходя, защото имаше много малко такива сверхъестественные проявления. Да, в моей жизни. В моей личной жизни. Хотя на каких-то евангелизациях исцелялись мои родственники, я бил какие-то исцеления, но это было максимум. Максимум, което съм виждал на евангелизации, да се случат някои изцеления. И самое сверхъестественное переживание, это было молитва на языка. А най-свърхъестественото преживание, което имахме, беше да се молим на езици. Больше ничего не было. Повече от това нямаше. Поэтому пришлось именно этим по 8 часов в день молиться, чтобы заполнить эту пустоту. И за да заполним тази празнота, по 8 часа трябва да се молим на езици. И какой-то момент, я помню этот момент, когда я кстати, еще по ночам церковь сторожил. И я вспомнил тот момент, потому между другим, и през ночта пазях и церквата. Кому-то нужно было сторожить? Някой бил ли тук пазач на церковь? Я. Да, има ли желание? И я помню, это был вечер, никого не было в здании церкви. И помню, что это было късно. През нощта нямаше никой в сградата, където е. И проходила една сумасшедшая женщина. И гледам една жена с ненормална жена. Там была история, на ее глазах ее муж был полицейский, на ее глазах его убили. Тя преживява следното, че на ней пред нейки очи са убили мъжа, който е бил полицай. И вот на этом фоне у нее произошло это помешательство. И след това, когда това се е случило, тя просто... Как я? Загубила си ума, да. Я позвал ее и хотел с ней поговорить. А си я повиках, исках просто да поговорим. Мы с ней начали разговаривать. Започнах ли да говорим с ней? Я пробовал за ней молиться, но я понял, что я ничего не знаю, что делать, как делать. Попитах се, се моля, обаче разбрах, че нищо не знам, какво да направих. И я начал кого-то искать, кто научил меня изгонять бесов. И след това тъна да търся някой да ме научи как да изгоним бесове. И я пришел, я был на одной конференции, там было где-то 400 служителей. Бях на една конференция, в която беше около 400 человека присъстващи. Я ходил от служителя к служителю, говорю, но ты умеешь изгонять бесов, научи меня, пожалуйста. И обикалях на всички служители, тя е пасторска конференция. И питах, може ли някой да ме научи как да изгоним бесове? Кто-то мне говорил, зачем тебе это? Някой ми казва, за какво ти да се занимаваш? Пред мен не надо. Аз казвам, на мен ми трябва, на мене. Трябва за другите. Кто-то говорил, смотри, не възгордись. А другите ми казаха, внимай, да не се възгордеш. Кто-то говорил, иди отсюда. А други направо ми казаха, махни се оттук. Я был молодой парень. Бях младеж. Худенький. Да, такой слабчик. И потом кто-то мне сказал, там есть один брат, который занимается этими делами. И след това ми каза, там има един человек, который се занимался с това нечто. И я пришел к этому брату, он здоровый такой, высокий, и, здоровый такой, хрен. И уйдил к този брат, и гледам той един огромен, много голям мъж. Я на его фоне саранчой вообще выглядел. А пока все едно на него фон бях джи. И я говорю, брат. И му казвам, брат, научи меня изгонять бесов. Научи меня да изгоним бесове. И он говорит мне такой, значит, стоит и посмотрит. Я до начала 40 дней постился. И той така, Маргена ми каза, като начало аз започнаш 40 дневен пост. Я посмотрел на него. Погледнах го. Посмотрел на себя. Погледнах и себе си. И понял, что должен быть другой какой-то путь. И разбрах, че трябва да има и друг начин. Потому что мои 60 килограмм 40 дней не выдержу. Защото с мои 60 килограмма 40 дня не мога да издержать. Я начал молиться об этом, и Бог это так устроил, что совершенно неожиданно Он меня ввел в это служение. И започна да се моля, и Бог
не очаквал в кар това служение. Пришел сын надежимый человек. Дойде един силно, човек, който е с силно обладан човек. Да, и начали сильные проявления. Започнаха да се появява силно демони. Я сильно испугался. Аз много се оплаших. Но пришлось мне этот тыком как-то изгнать из него бесит. Я даже сам не понимаю до сих пор, как я это сделал. И по някакъв начин го направи, без да знам дори как стана. И он же пошел в церковь. След това той започна посещава. Потом благодал другого человека. Какво се появи друг човек? Еще я начал вести еще один, два, три, четыре, пет. Когда было шесть, я уже только поверенней был. Касата шесть вече имах по-голяма уверенность. Но у меня не было никогда учения или понимания, как это происходит. Но нямах учения, разбирать за что и как стават нещата. Это было, я не мог, как бы, это было своего рода такая ситуация и вдохновение резкое. Просто беше един вид ситуация и някакво вътрешно вдохновение, какво. А я хотел, чтобы это было постоянно. А искали да се случва постоянно. Я хотел, чтобы понимать, как это происходит. Искали да разберем, как реально се случват нещата. Я хотел, чтобы научить других, чтобы они то же самое. И искали да научат другите да могат и те. И начал изучать этот вопрос, разные книги читать. Започна да изучавам този вопрос, да чета различни книги. И примерно в 2010 году Бог... Ну, сейчас скажу предысторию. Заболела моя жена. През 2010 година, че разкажа предысторията, моята жена се разболя тежко. И она заболела неизлечимой болезнью. Това е една неизлечима болест. Которая была так очень... Она оглохла на правое ухо полностью. Състои се в следните индикации. Едното ухо изцяло оглушава. Ее ориентация была нарушена и по времени она вообще даже ходить не могла. Следствие на това заболяване тя загубва ориентация и в един момент изобщо не може да ходи, да стои на каката. И ми возили в Кишинев, събирался консилиум професоров. Занесохме в столицата в Кишинев, събраса консилиум от професори. И они сказали, мы ничего не можем сделать. И те ни казаха, нищо не можем да направим за жена. Мы даже не можем никак облегчить эти симптомы. Няма как да и дори да облегчим състоянието. Нам очень жаль, что ты просто еще молодая. Жалко ни е само заради това, че тя е много млада. Ей было тогда 27, по-моему, лет. Мисля, че беше на около 27. У нас только родилась старая девочка. Току-що не се роди второто момиченце. И я понял, что я также ничего не знаю, никакого учения об исцелении. Аз също разбрах, че даже нямам и никакого учения за исцеление. Нямам познания. Когда мы потратили все свои деньги, и мы поняли, нам сказали, что мы ничего не можем для вас сделать, я понял, что только Бог может помочь нам. И когато изхарчихме всички тези средства и пробваме всички възможности, разбрахме, че истината е, че само Бог може да ни помогне. И в этот же момент Бог нам говорит, собирайте свои вещи и уйдете в Россию. И Бог в този момент не говори ясно да отидем, да собираме багажа и да заминаем в Русия да живем. Это для меня было еще больше шок, чем болезнь моей жены. И това за мен беше още по-голям шок, дори по-голям от болестта на жена. Вообще ни разу в жизни не думал об России. Изобщо не съм си мислил, че ще живея в Русия. Не, конечно, в любой Молдова не работал в Москве на заработках. Да. Като нормален човек от Молдова, аз съм работил като повечето от тях в Москва, за да изкарам някакви дни. Да, потому что там в Москве никого, кто бы ни разу не работал в Москве. Просто няма хора в Молдова, които да не са работили поне един път в Москва. Но когда я там был последний раз, я поклялся, что больше никогда сюда не вернусь. Обаче, когато бях последния път в Москва, си казах, повече никога няма се върна там. И потом, когда Бог мне сказал, езжай в Россию, и когато Бог ни каза, отивайте в Русия сега. Я говорю, куда? Аз го питам, къде? Бог говорит, продай машину, сдай свое золото, продай квартиру, я тебе скажу куда. Бог ми каза, продай си колата, квартирата, злато, което имаш, аз ще кажа тогава кога. Мы даже свои обручалные кольца сдали. Даже си продавахме венчалните пръсти. Събрахме небольшие деньги. Събрахме малко. Когда мы продавали квартиру, риелтор, который продавал нашу квартиру, она говорила мне, что ты делаешь? Когато си подавахме апартамента, от агенцията жената ни казва, ти какво правиш изобщо? У тебя двое детей. Имаш две деца. И она меня уговаривала, что я не продавал. То есть, представляете? И тя се опитваше да на уговори да не го правят. Може ли се представить? Я сказал, нет, мы уезжаем в Россию. А аз и казах, не, трябва да ходим в Русия да живем. И когда мы уже продали все, что у нас было. И когато подавахме всичко, което имахме. Новые хозяева, когда зашли. Новите собственици, когато влязоха в апартамент. Там даже на стенах наши фотографии были в рамочке. Още стояха и нашите снимки на рамките. Мы оставили все, что у нас было, вот ковры, с фотографии наши, все оставили. Абсолютно всичката покърсена оставихме вътре, както си беше. И вот у меня на руках больная жена. И сега какво имам? Една болна жена на ръце. Двое маленьких детей. Две малки деца. Небольшая сума денег.
някакво количество пари. И откровение, че може да ехай в Русия. И едно откровение, че трябва да отида в Русия. Пока не понятно куда. И даже не знам къде. Но понимаете, Русия очень большая. Ама ви може си, не знам дали може да си представите, че Русия е много голяма. Очень большая. Много голяма. Вие не представляете, насколько она большая. Мисля, че не може да си представите колко е голяма. И можна ехати 4-5 дни на поезде и посмотрите только столько проехал. Може да пътувате 4-5 дни на влак постоянно и да примете такова разстояние от картата. То есть, и Бог сказал нам, едем в город Курск. И Бог не казал, что отидем в град Курск. Мы переехали, да, я не буду всю эту историю рассказать. Я вам рассказывал подробно. Но я думаю, что первый год было очень трудно, очень тяжело. Мы искам да кажа, что первая ни година беше исключительно трудно. Было такое ощущение, что все против меня было. Имах усещането, что всичко е против меня. Абсолютно все. Абсолютно во всех сферах. Во всяка една сфера. Я просто выходил в лес, я просто плакал, говорю, я не понимаю Бог. Просто отивах в гората и казал, Господи, аз не мога да разбера. Что я здесь делаю? Какво изобщо правят тук? Здесь вообще ничего не получается. Так изобщо ничто не се получава. Я попробовал несколько церквей как бы прилепиться, я вижу, не получается. Опитах се да се присоединя към някой църкви и виждам, че нищо не се получава. И в этот момент Бог сказал, иди в ту баптистскую церковь. И в един момент Бог ми показва и казва, отиди еди в коя си баптистка църква. Я прихожу в баптистскую церковь. Отивам в баптистската църква. Какая это церковь? А в тази каква е змея? А, ну слава. Можно дай. Я шучу. Это шутка была? Не переводи? Да. И я пришел, я смотрю, мне ничего не нравится. И сега влизам аз в баптистската църква и си казвам, ничто не ми харесва така. Почему они по очереди молятся? Защо са молят един по един? Ну же все вместе. Да, всички заедно. Это же молятся дуслите. Как мы были научили? Да, я не научил. Что за ерунда? Почему? Вот ничего не нравилось мне вообще. Всякость ничто не ми харесва. Ну пастор хороший был, да? Но пастор вежливо. И в этот момент болезнь моей жены, то есть она прогрессировала. Если раньше приступы были, там, в начале было раз в месяц, теперь по 4 раза в неделю могли происходить приступы. И болезнь на жена прогрессировала сильно, а по приступам са били един път месечно, в началото сега е по 4 пъти в седмицата. Ее вестибулярный аппарат просто разрушался. Тя просто имаше разрушен вестибулярен аппарат. И она не могла никуда выйти, и я не мог пойти на работу, дома и детей. Тя не може да излезе от къщи. Аз също, защо трябва да се грижа за децата. Сатана просто связал нас. Сатана просто вързал в ситуация. И в тот момент я помню, я прочитал историю про 10 прокаженных. Слышали? И в този момент аз прочетах историята за 10 прокаженных. Спомните ли се? Кто читал Библию? Кой е чел в Библията? Аллилуйя. Остальные прочитайте. А другите прочитайте. Это очень хорошая книга. Много добра история. И когда я читал эту историю, потому что когда моя жена заболела, мы начали искать какое-то учение об исцелении, хоть что-то об исцелении, не было никакого учения, ничего вообще. И когда искахме да прочтем нечто за исцеление, изобщо да научим нечто, нямаше никаква книга за това подробности. И в русскоязычном, как бы, в русскоязычном как бы, таком пространстве, да, так можно сказать, было очень мало каких-то книг, ну, это было минимум, так можно сказать. И появились первые семинары, переведенные на русский, Кари Блейка. В Русия нямаше, в рускоязычния свят нямаше литература на тази тема и тогава за първа се появиха първите семинари на Кари Блейки. То сейчас уже ситуация совершенно другая. Сега вече след години ситуацията е съвсем различна. То есть учение, литература, семинари, то хватает. То есть вече на семинарите, литературата, то есть има достаточно информация. Не хватает людей, которые бы это делали. Просто няма достаточно хора, които да го правят. Так что и я прослушал семинары, я думаю, все. Я слушал семинары и казал, супер, все. Держи, сатана. Сейчас мы с тобой разберемся. Сейчас мы разберемся с тебе. Молюсь, ничего не происходит. Молюсь, ничего не стало. Молюсь, ничего не происходит. Молюсь, а пак, ничего не стало. И симптомы хуже. А симптомы ситуации поздно. Но я слышал, как было сказано, нужно биться до конца. Обаче разбрах едно нещо, че трябва да устояваш до края. И получилось, что мы так 3 года бились. И се получи така, че 3 години бяхме в тези дни. Если бы тогда я бы знал то, что сейчас я знаю. Ако знаех тогава това, което сега знаех. Я думаю, что с этой болезнью мы разобрались за 1 день. Аз мисля, че тази болезнь ще се справим за 1 ден. Но дело в том, что было очень много твердынь.
Обаче въпросът беше в това, че имаше твърде много крепости в ума. Непонимание. И неразбиране. Неверие. И неверие. Различно неправилно изповедание. Правих различни неправилни изповеди. Мы молимся. Молимся. Ничего не происходит. Не виждам результат. Да, ничего неправильно. И си казвам, оф, нещо пак не става. Потом снова, другого выхода, снова молимся. Виждам, че няма какво да направим и пак продължаем да съм. И вот за эти наших ошибок этот процесс растянулся на 3 года. И заради тези наши постоянные грешки процесс удължаваш на цели 3 години. Но даже так она получила исцеление. Но вопреки това, тя пак получи исцеление. И вот, аллилуйя, и сейчас я расскажу, как это произошло. И ще ви кажа, как стало това. И я читал эту историю про 10 прокаженных. Читал та за история за 10 прокаженных. Я как будто увидел видение. И като че ли видях видение. Я видел Иисуса. Видях Иисус. Может быть вот так, как в конце зала. Может быть так, как все едно в края на зала. Я вижу, подходят 10 прокаженных к нему. И видел ко мне, как идва 10 прокаженных. Он с ними разговаривает. Ну и разговаривает с тези хора. И они уходят. И те сутила. И Бог говорит мне. И Бог мне казал. Что бы ты сказал сейчас? Какво бы казал ты за тази ситуация? Я бы сказал, что Иисус их не исцелил. Аз бих казал, среди, че Иисус не ги исцели. Потому что как они пришли прокаженные, так и ушли. Защото както дойдоха прокажени, така си отиха прокажени. И мне пришла тогда мысль. И тогава ми дойде една мисъл. Что когда они начали поступать, как люди, которые уже исцелены, исцеление пришло. Че когато те почнаха да се държат така, че все едно вече са исцелени, тогава дойде исцеление. И я понял, что мою жену нужно выгонять на работу. И я собрал следующую, че моя жена трябва да започне работа. Но это было, конечно, сложно, как это сказать? Беше доста сложно, как да ви го обясня, всъщност. Моя жена подошла ко мне в тот же день. И как да ви го кажа, отидох в този ден при нея. И сказала, купи мне, ну там такая газета, где вакансия на работу. И казах, там има вестник с обяви, купи един вестник с обяви. Говорит, купи мне, я хочу устроиться на работу. Купи ми такъв вестник, искам да си намеря работа. Это слава Господу. И аз казах, слава на Бога. Потому что если бы я такое сказал. То есть тя му каза, ако аз трябваше да го кажа на нея, то тогда были бы проблемы. Тогда всякие проблемы. Тогда были бы проблемы. Так когда сказала, я говорю, ну ладно. Понимаешь, с тебя указали проблемы. Точно? На истину не искать. Хорошо. Я купил эту газету. Купил вестника. Она дала вакансии по разным ну, организациям. Изпрати свое резюме по различным работодателям. Я думал, такой не всю неделю, ну там, 2 раза в неделю и полегче работу. И си мислях, да мога мере, да не е целоседмична работа, да там 1-2 пъти на седмица, да е някаква много лека работа. И там продавать кроссовки. Примерно да продава. Я думал, ну нормально, она уже худая была такая, худая. Но тя беше толкова слаба, но много слаба. И я думал, о, это хорошо как раз для нее. И аз мисля, и това е точно това, което и трябва. Ее туда не взяли. Обаче там не я взеха. Потом продавать золото. Да. След това да продава злато. Какво еще легче. Казах, о, супер, още по-легче. Ние не взяли. Обаче и там не знаете, къде я взяли? Знаете ли къде я взеха на работа? Магазин Метро. Магазин Метро. Фрукты и овощи. И то в отдела за плодове и зеленчуци. Где нужно ящики таскать. Където трябва да носиш големи съндъци. И там смена была дни сутари. И смяната е 24 часа. И она пошла на такую работу. И тя отиде да работи. И она говорит, когда я устраивалась на работу, и эти люди, которые принимали меня, я думаю, Господи, неужели они ничего не видят? И тя ми каза, когато отива да записвам да работя, се очуди, защо като че ли хората не забелязват каква е тя. Неужели видят, что у меня, какво ми е състояние? Има ли виждат какво състояние физическо се намира? И все кандидатов ее взяли на работу. И от всички кандидати точно не е избра. И она начала там работать. Започна да работи. И примерно через полгода. След около половин година. Мы вдруг очнулись. Събудихме. И поняли, что за полгода не было ни одного приступа. И разбрахме, че за половин година не имало нито един пристъп. Прошло еще немножко времени. След още известно време. И ее слух вернулся. Восстанови се слуха. И она получила полное исцеление. Тя получи полное исцеление. Слава Иисусу! Слава Иисусу! До того, как она пошла, тот момент, когда мы приехали в Россию, она ходила к доктору уже в России. Тя вече, когато ти убил в Россию, ходишь и посещаешь доктор. Есть как бы запись от доктора, что ее ухо глухое. Имам и анализ, който доказва, че ухото е глухо, че не може да функционира. То есть не може никак работать, да? Няма как да работи, няма и пара. Другие там вот эти вот процессы болезни. И есть как... Сделано другие услуждения. И ей просто сказал этот доктор, говорит, тебе нужно делать инвалидность. И доктор ей казал, ти трябва да имаш инвалидност.
По крайней мере, хоть как-то ты будешь существовать. По неизвестно время, докато существуешь, можешь да имаш някакви средства. Она сказала мне, в том момент уже было примерно 29-30, она сказала, я еще молодая, я не хочу быть инвалидом. И тя, ты беше на 29-30 години, тогава каза, аз не искам да бъда инвалид. И Бог исцелил ее. И Бог исцели на това. Слава Иисус! Слава на Иисус! И в этот момент... И в този момент... Бог говорит нечто невероятное. Бог говорит нечто невероятное. Говорит, иди к этому баптистскому пастору. Казвам следовательно, иди при баптистский пастор, мой пастор. И скажи, что ты хочешь начинать служение исцеления в этой церкви. И кажи, что искаш да започнеш служение за исцеление в церкви. Сначала я несколько раз переспросил Бога. Аз няколко пъти питах Господ преди това. Потому что это... Я думал, что это сатана сначала. Като би си, че от начало това е сатана. Первый раз, когда пришла эта мысль, я сказал, вон сатана от меня, отойди от меня. Това иска да го изгоним цели си. Потому что мысль была весьма непонятная. Защото тази идея беше много неразбираема за мен. Я разговаривал с этим пастором. Говорих с този пастор. Поговорили целый час. И един час говорихме. И мы кого-то на разных языках разговаривали. И все равно говорихме на различные языки. Как говорится по-русски, я ему про Ивана, он мне про Барана. Знаете, я спокойно. Как-то он сказал, что говорит за Иван, то есть за... Я думаю, что если время вообще теряли? За что си губи из острого времени со замыслом? А потом говорит, хорошо, давай, начинай. Но той мне каза, давай, започивай. И... Хорошо, мы сделали конференцию. И так они направили семинар, конференцию. Пригласили эту сестру, которая двигается в исцелении, она провела семинар. Покаяли меня сестра, которая себя движет в этой области. С Украины. Обучение, тело покаяли. И это были первые такие моменты, когда люди исцелялись прямо на, у меня под руками. Моментально. Да, за первый раз видел, как кто-то исцелял через мои руки. Моментально. Я помню свое первое исцеление, вот в этой конференции. Я сказал, я буду молиться с тобой за людей, этой сестре. И я вспомнил первое исцеление, я сказал на тази жена, която обучаваше, че ще се моля с нея заедно. И подошла ко мне женщина, которая была две катаракты. Дойде една жена с две катаракты, на български катаракты. Все, что я знал, нужно громче кричать. И това, което единственное разбрах, че трябва да вихам силно. Я возил руки на глаза. Солих си ръцете на ръчки. Во имя Иисуса. И казах, в името на Иисуса. Ну, было видно, что был эффект. Обаче, очевидно, че имаше эффект. Но не духа святого, она просто испугалась. И вот святая дух тебя просто испачки. Да, она мне не разрешила второй раз помолиться. Как мне разрешил, что мы только обаче я запомнил. Даже не поверила, пошла молиться села. И даже без добавить поверка, просто седна на мясо. И я молился дальше. Положить да служа. Через 5 минут она подбегает и говорит, я вижу. И след 5 минут тебя и казва, аз виждам. Я говорю, честно? Я скажу, наистина ли? Я говорю, давай еще раз помолюсь. Я говорю, дай вам чуть-чуть кто-то сопомолю. Достаточно, я уже вижу. Достаточно, мне чисто. Потом... Там еще что-то было, но это самое, самое такое. Два вещи на этом контрастном понимаете, мы еще думали места. Но кричал, я тогда молился за всех. Упачи, как раз молился за всех. Моя молитва, она всегда была, стояла из этих слов. А мой там молитва бы еще видели вот несколько думи. Во имя Иисуса. Во имя Туна Иисуса. Не, я не шучу, так и было. Вести не сошиком, так аз и вещи на истина. Да, на удивление люди исцелялись. Обаче за мое удивление кого-то соисцеляли. Ну, еще до сих пор, от чего они исцелялись? Может, пугались? И сега я вообще не знал, дали ли са исплачивали просто. Но что-то сверхъестественно происходит. Обаче, наистина, сверхъестественные нечто са случили. Просто страх Божий тоже что-то приносит. Я мусь, Божий страх също носит нечто. Так что такое происходило. И уехала эта сестра. Так как сестра излезет. И, ну, я думаю, что делать дальше? Си чуих, какво дам правил тут на цвете? И пришли две бабушки. Дойдоха две баби. И говорит, брат Александр. Казаха, брат Александр. А давайте мы каждую субботу будем делать комнату исцеления. Ами, айде да се съберем да правим и стая за исцеление всяка суббота. А они вообще были в другой церкви? Те и по другой церкви дойдоха. Ну, можно говорили с пастором, вот дойдет на субботу в зал в своей церкви. Не, те говориха с пастора, че разрешава да се ползва залата всяка суббота. Ну, я помню, что еще несколько людей из разных церквей, они хотели вот, ну, участвовать в этом. То есть стало ясно, что еще от няколко церкви имаш няколко человека желающих. Я думаю, аллилуйя. Я си казах, слава Богу. Я буду генерал Божий. Сега ще бъде
Божий генерал. Я принесу это пробуждение в этот город. А что принесет у вас оживление в този град? Ну, потому что на конференции было примерно людей, сколько здесь, может, чуть больше. Да, чего на конференции-то бяха повече, ну, а повече кого тук сосуществует? Я думал, что все они придут в субботу. И как вся суббота, все еще дойдут? На мое служение и исцеление. На мое служение и исцеление. Да, мы приходим в субботу. Чего мы в субботу? Стоит 15 бабушек. И стоят наши бабы. И один дедушек. И один дедушек. Я чуть не заплакал. Ты два не заплакал. Я говорю, Господь, ты издеваешься? Да, Господи, да не бы да се подиграешь. Это армия Христа? Това ли е Божията армия? Что я с тебе вообще буду делать? Можешь пресвить скоро? Ты прислал, что я их похоронил? Да, ты си ги докарал, за да ги погребал? Дедушка 90 лет уже. Дялка 90 лет. Ну, бабушка чуть помоложе. Бабушка помоложе. 86. Да, 86. Бог говорит, работай, работай. Обаче Бог ми казва, продолжай, не се отказвай. Смиряйся, смиряйся. Смиряйся, смиряйся. И мы начали служить вот так. И започнем да служим и тогда. Ой, Господи. Это было, ну ладно, хочу вспоминать дальше. Все мои переживания сердечные, это до сих пор травмы в моем сердце. Да, да, время сердечно переживаем на помост. И, я почему-то думал, что лидеры какие-то придут. Мислих си, не знам защо, че дойдат лидери. А никто не приходил. Обаче никой не даже. Я почему-то думал, что будут приходить люди, с которыми будут говорить, помолись, что Бог исцелил меня. Мислих, че дойдат хора, които ще искат исцеление. И никто не приходил. И пах никой не даже. Я понял, нужно мне искать. Разбрах и аз трябва да търся. Я начал церкви ко всем приставать. Отивах при всеки един в църквата. Как дела? Как си? Что болит? Какво ти боли? А мога ли да се помоля? Примерно через два месяца люди, когда видели меня, они уже разворачивались. Если это было два месяца, то это как ловили, как просто бяха. Начали ходить анекдоты про меня по церкви. Запомнил, как речи, лицо это за рассказал церковь. Я понял, что здесь ловить нечего, нужно на улицу идти. Разбавчик, конечно, сопучитал все на улице-то. Ну, там в России другой немножко менталитет. В России мало по-различен менталитет, а тут в Болгарии. Я говорю, я христианин, там. Утил к меня, человек ему сказал, а сам христиан. Я молюсь за исцеление. Молясь за исцеление. И люди, когда слышали, сразу убегали. И кого-то, когда гучует, бяха тогда. Я поменял стратегию. И я сменил стратегию. Я подходил, говорю, я христианин, молюсь за исцеление, хочешь 50 рублей нам? Казах, аз съм християни, може да изцеление. Искаш да ти дам 50 рубли. Да, ще помоли си дам 50 рубли. Ако ми разреши да се помоли, ще дам 50 рубли. И начала работа. И започна да се получава. Съгласявам се. Потом я понял, что я так долго не смогу, у меня деньги заканчиваются. Да звар, че много бъде ще свърша политите, че няма да се получи. Какво значи? Я понял, что нужно другой подход какой-то. Да звар, че трябва да смени стратегията. Я уже просто... А в России это очень любят. Я говорю, я подходил, говорю, у меня есть сила. А у всех това много са кутия. Кутия ми казвам, аз имам една специална сила. И эта сила может исцелять. И тази сила може да исцелява. Но если сразу, как они такие, ооо, они как любят такие экстрасенсы. Они же в Русия много са распространения экстрасенсы. Давай. И казвам, давай. Бабушек другим зовут. И почват да свикват и още хора. И пока разлагаю руки. И когато възваме ръце. Исус, благодаря, что ты умер за них и ты воскрес. Исус, благодаря, что ты умря за тях и че възкръсна. Благодарю, что если они покаются, ты простишь все грехи. Благодаря, че са покаят, че ще простиш всичките грехове. И благодаря, что ранами твои да не изцелени. Благодаря, че твоите рани те са изцелени. Но они уже понимали, короче, что я не экстрасенс. Те вече разбираха, че не съм екстрасенс. Но я главное аптека хватал. Че ваш час съм ги хватах много знал. Не говори на тебя. Это не шутки, я вам реальные истории. Вас реальные истории, не сошли. И так получилось, что постепенно в нашей группе начали появляться свидетельства. И така се получи с времето, че в нашата група започнаха да се получават свидетелства. И я сначала думал, Господи, а что будет?
ты с ним там пройдешь. Год, а никаких свидетельств не будет. Ну как это будет? Меня надо делать, Господи, хоть станет у меня не то свидетельство. Служение исцеления, на котором нет исцеления. Исцеление, служение за исцеление, кое-то нема исцеления. Я собрал всю свою храбрость. Собрал целую смелость, которую имам. Ну что делать уже? Пришлось рисковать. И ты аж до исконка полагаю. За свою христианскую жизнь я понял одну вещь. За христианский живот, который сам изменил, разбрах одно нечто. Бог очень любит людей, которые любят рисковать. Чи Бог много убичат кого-то, кто убичат да рисковать? Ну не просто рисковать по глупости. Не глупого рисковать. А брать Слово Божие. А да займешь Слово Божие. Верить. Да увяжешь. И рисковать. И да рисковать. Потому что если бы в тот момент. Что только в тот же момент. Ничего бы не происходило. Ничто не сослучилось. То все бы мои церкви смеялись бы с меня. Всички щахали бы со смерть в церкви. Вы бы, вот то хотел бы такое, чтобы ты заходишь, а все тебя. Никой не бы искал, да влезли, да когда влезли в церкви, то всички думают, что под смерть. Целители без исцеления. Исцелители без исцеления. То есть, кто бы хотел? Никто, конечно. Никой не бы искал такого. И это основная причина, почему мы боимся двигаться в Бога. Другая основная причина, поради которой не се боим, да се движим, да се молим за цели. Мы боимся, что наша корона упадет. Не се страхуем, да не би наша корона да падет. Что с нас будут смеяться. Что не со смея. Что мы будем выглядеть глупо. Что изглежда мы глупо. Но если мы не поборем этот страх. Вообще, мы не соборем тот же, мы победим тот же страх. Мы всю жизнь будем связаны. Целят все живот, что будем вырзаны. Потому что страх перед людьми, боязнь перед людьми, это сеть для человека. Защото страха перед кого-то. Это сеть для человека, это сеть для него. Сетка. Мрежа, то есть капан, да, капан. То есть смысл это капан. То есть страха от кого-то заявляем капан за нас. И при всем нашем несовершенстве. И независимо от нашего несовершенства. При всем том, что у нас не было наставника, кто бы учил нас, как молиться, что делать. Но и то, что не учитель, наставник, кто бы указывал, как да молим, как да куда правим. Примерно, ну там, через полгода, ну где-то были какие-то маленькие исцеления, ну которые я думал, ну что это исцеление, ну что это, даже это смешно. За половину година имаше някакви малки исцеления, едва мога да и кажа направо смешно. Но потом начали появляться яркие исцеления. Обаче, изменено должно са по-яркие исцеления. Начали появляться исцеления от глухоты, исцеления от рака. Исцеления от рака, от глухота. И начали собираться в эту группу те люди, которые Бог присылал. И започнаха да се събират да идват тези хора, които Бог изпращаше. И тогда появился в нашей группе, он только покаялся, молодой парень, его зовут Дима, 16 лет ему было тогда. Появи се едно момче, Дима заказаше, тогава беше на 16 години. Он сейчас мой сопастор. То есть сега мне помощник на меня. И примерно через полгода. И то есть за половин година. Он был в Москве на молодежной конференции. Вещи на молодежской конференции в Москве. Еще с одним братом. С одним братом. Они нашли мертвого бомжа. Просто срещнаха мертв человек. Имаш мертв человек, който е скитник. Скитник. Они подумали, что нужно потренироваться его воскресить. И когда увидели скитника, что починал, что он умрел, те решили, что надо да практикуют, чтобы опыта да воскресил. И через 10 минут молитвы этот бомж воскрес. И след 10 минут този скитник воскресла. Этот парень только был полгода как верующий. А този план че беше на 6 месяцев вярвал. Он даже еще Библию не прочитал. Даже Библията не беше учил цялото. Но он полностью верил. Но вярваше напълно. В те откровения. В тези откровения. В которые мы верили. Които не вярвахме вече. Слава Богу. И это служение начало развиваться. И това служение започнало се развива. И какой-то момент мы начали обнаруживать. И в един момент започнали да забелязваме. Что когда мы молимся за людей за исцеление. Что когда се молим за исцеление. Потому что начал потихонечку поток людей появляться. Что-то започна помалку-малку се получава поток от хора, почнаха да идват. То есть мне уже даже не нужно было искать людей, они сами искали. То есть вече не нямаше нужда да търсим хора, те сами идваха при нас. И мы начали обнаруживать, когда мы молимся за людей. И ние разбрахме, че когато се молим за хората. Вдруг каким-то непонятным способом мы узнавали, как их зовут, сколько им лет. Изведнъж започнахме неочаквано за нас да почнем да разбираме на колко години са, как се казват. И какие-то еще нюансы, которые мы никогда не могли узнать просто вот каким-то вот, ну, естественным путем. И тонкие детали, которые не вообще как по естественному пути, да знаем за хората по естественному. И сначала мы думали, это совпадение просто. Сначала мы думали, что это просто некий вид совпадения, что получаем такая информация. Но очень чаще это происходило. Но как-то по-честно со случилось. Мы поняли, да верно это что-то связано с пророчеством. Разбрали, что это связано с пророчеством.
И начали этот вопрос изучать. И започнахме да изучаваме този въпрос. И Бог дал нам откровение об этой теме, о пророческих дарах. И Бог започна да ни дава откровение относно тези това проявление на пророческите дарове. И теперь мы учили не только об исцелении, мы учили о том, как работают пророческие дары. И започнахме да обучаваме хората не само как да исцеляват, но как да работят пророческите дарове. Для того, чтобы люди принимали Иисус. За да могат хората невярващи да приемат Иисус. И потихонечку люди начали принимать Иисуса. И така и се случваш, когато започнаха да приемат Иисус. Я не говорю, что значит, что пошла прям толпа прям начала принимать. Не казвам, че е ставало масово това нещо. Но в один месяц у нас было водное крещение. В един месяц, когато имахме водно крещение. И принимало водно крещение 10 человек. 10 човека приеха водно крещение. И 9 это были те, которых мы привели к Иисусу. А 9 от тях бяха тези, които дойдоха 16-то служение. Приходили разные люди. Идваха какви ли не хора? Атеисти, колдуни. Атеисти, чудодейци, магиосници. Да, отступники. Също думал, отступници. Да, и мы видели много действий Бога. То есть виждахме много действия различни на Бога. Мне было интересно наблюдать за колдунами, когда они приходят. Разного, ну, такого рода, там, разные люди, кто занимается оккультными вещами. Много им беше интересно да наблюдавам хора, които се занимават с оккултизъм. Они заходили к наше собрание. Те идваха в наше собрание. Какой у вас здесь свет! И казаха, каква е тази светлина при вас? Какой свет? Что вы говорили? Что я понял. После разбрах. И я все время спрашивал, чего вы ходите вообще к вам? Аз ги запитах, защо изобщо идвате при нас? У вас такая сила. Вы имате такава сила. Мы хотим понять откуда. Искам да разберем, откъде я взимате. Ага, я знаю откуда. Сега ще ви знам откъде, ще ви обясня. Я говорю, сколько чакр нужно тебе открыть, чтобы силы были там? Извините сега, колко чакр трябва да се отвори, за да се появи някаква сила на тебе? Все, не знаю, как-то там постепенно. Я говорю, когда принимаешь Иисуса, обаче аз ти казвам, открывается сразу 7000 чакр. Когато приемиш Иисус за свой Господ, веднага се отварят 7000 чакр. Вы понимаете, ну поймите, я не верю во все эти вещи. Просто я на их языке говорю. Аз говоря на техни язык, аз любям с эти места. И было много очень интересных людей. Мы освобождение, исцеление происходило, ну, я благодарю Богу, это происходило при том, что мы были вот обычные христиане. Благодаря на Господ, ние видяхме много исцеления, много интересни неща. И благодаря, че наистина бяхме такива обикновени християни. Потом меня заметило руководство. След това намерих руководство. Да, и рукоположили меня. Стигнах до руководство на църквата и те ме рукоположиха. Так, все, ну как бы официально стал пастором. И по-нататък стана вече официален пастор. И примерно через какое-то время Бог начал говорить, что ты будешь ездить и ты будешь давать это откровение другим людям. И след това Бог ми дава откровение, че ти ще пътуваш и ще носиш тези откровения на други. И он там разные видения показывал. Разным людям, которые не знали меня, говорят, ты будешь передавать факел и огонь. И тези видения идваха чрез различни хора, които ни казваха, например, ти ще носиш този факел на огън и ще го разнасяш. Ти будеш ездить по всей России, Европе и в города. Ще ходиш по цяла Русия, по Европа и в различни градове. Двум сказки говорят. Тези някакви приказки ми приказват. И потом так произошло, что Александр, который вот... И така се случи, че с този Александр... Их община, их церковь уже развивалась в истолковании языков. Тяхната църква, тя от друг град, но тя вече беше тръгнала се развива пък в насоката тълкуване на езици. И исцеление тоже, и тълкование языков. То есть, исцеление тоже, но больше тълкование языков. Сферата исцеление и тълкуване на езици, но в по-голям приоритет към тълкуването на езици. И через толкование языков они получили откровение, что им нужно поехать в Курск. То есть, через толкование на языке те разбирают, что трябва да отидат в наш град, в Курск. И они приехали, и мы познакомились. Дойдоха при нас, запознахмеся. И когда они приехали, это собрание, когда они приехали, там было такие несколько интересных чудес. И когда те дойдоха при нас, просто бедрая случка някакого интересные чудеса. И там была группа, с которой вот Александр приехал. Имаше група, с която той дойде. От тогава че не бил пастор. Той тогава не беше още пастор. Това бе. И ми като познакомились. Когато се запознахме. Ми интересна вещ обнаружили. Ние разбрахме нещо много интересно.
Вот я Александр Сергеев. Аз се казвам Александър Сергеев. В България тоже есть от имя отчество. Да? Имаме и фамилно име също, да. Имаме Александър Сергеев. И той се, и него от фамилно име също. Бащино име. Извинявам се. Александър Сергеевич. Я родил се в июле. Аз съм роден в юли месец. Его в июле. И той е роден юли месец. Мою жену зовут Ольга. Моята жена е Ольга. И его жену. И неговата жена ска Ольга. У меня две дочки. Аз имам две момиченца. И у него две дочки. И той има две момичета. Я тогда жил в Курске, я тогда жил в Курске возле вокзала. А живе в Курск близо до автогарата. Его, а он в Орле возле вокзала. А той живе близо в Гатове до автогара. И не задумались так. И не са замислили да. Това не може да бъде просто. Това не може да бъде просто. И там еще несколько съвпадения. И още някакво съвпадение. И такое подозрение было, что как-то наша жизнь будет связана. И такое подозрение се появи, че нашия живот ще се свържи от на цели. И примерно 4 года назад, и преди около 4 години, Бог неожиданно просто отправил нас ехать по городам. Неочаквано просто на изпрати да ходим по градовете. Начали ездить по городам. Започнахме да пътуваме. И вот 4 года уже ездим. И вече 4 години пътуваме. Ездим, ездим. Пътуваме, пътуваме. И я не знаю, откуда силы берутся. Аз не знам откъде вземем силы за това. Моральные силы. Морални. У наших жен, детей. Извините, децата. Потому что вот прошлый год, допустим, я больше половины года не находился дома. Я где-то был поездкой. Миналата година, повече от половината година, аз бях извън дома. Но за это время Бог просто дал такую привилегию. Обаче за това време Господ ни даде такава голяма привилегия. Мы видели Божии чудеса. Виждаме такива Божии чудеса. Невероятные. Изумително. Мы видели Божии действия. Виждаме разнообразни Божии действия. Мы видели как жизнь людей менялась. Виждаме пред нас как се изменя живота на хората. Как судьбы людей менялись. Съдбите на хората са. Как церкви менялись. Църкви как са поменялись. Мы сами видели своими глазами как Бог пробуждает церковь в России. Виждаме с очите си как Бог събужда църквата в Русия. Я говорю, когда мы начинали ездить, мало было церквей, которые хоть как-то двигались сверхъестественно. Когато започнахме в началото да се движим, почти нямаше църкви, които да се движат сверхъестествено. На сегодняшний момент. Но към днешна да. Уже люди двигаются и в исцелении, и в освобождении, и в пророческих дарах, и в истолковании. Вот се движат свободно в исцелении, в освобождении, толковане за эти пророческие дары. У нас уже огромное количество учеников по всей России. Имаме и огромное количество учеников и в Европу. Целого. И к этому моменту мы подошли, что образовались церкви. Мы даже не планировали, какие церкви создавать. И не имели план да создавать церкви, но това просто естественно взяло се случва. Но образовались церкви. Образовались церкви. И они кто позвонили, говорят, мы уже собрание есть. И хората извън ти казват, ние вече имаме събрани хора. Где-то 5 человек. Някъде само. Где-то 30. Някъде 30. Где-то 100. Някъде 100. И они говорят, будьте, ну как бы, если вы начали, так уже не бросайте нас. И те ни казват, ако ви сте започнали с нас, не устарайте. И Бог дал нам откровение, Он говорит, вы и дальше будете церковь открывать. И Бог не дает откровение, че вище продолжаете да основате церковь. И я верю, что особенно вот хочу сказать про пророчество. Примерно 2 года назад мы служили в Кишиневе. Преди 2 години назад ни бяхме в град Кишинев, Молдова. И Бог дал нам пророчество. Бог ни дали пророчество. И Он сказал, что в этом регионе. И Той ни каза, че за този регион. То есть вот Балканский полуостров. Включайки Балканския полуостров. Вот что Украина, ну даже так вот уже, Украина, Молдавия, Украина, Болгария. Молдова, Румыния, Болгария. То есть вот этот регион. В този регион. Он говорит, я собираюсь здесь сделать пробуждение. Аз искам да има тук съживление. Пробудить людей. Пробудить. Да събудя хората. Я собираюсь сделать пробуждение. И искам да има съживление. Он говорит, и вы поедете в Болгарию. И той ни каза, что отидете в Болгарию. И там будут ключевые люди. И ще се срещате с ключови хора. Которые подхватят огонь и через него будет проходить пробуждение. Които ще хванат огонь и через него ще стане това съживление. На тот момент мы когда слушаем, какая Болгария. Они тогда, като чухме Болгария, и към каква Болгария. Но там только Болгария была сказана, были сказаны другие. И думаю, что еще няколко държави, но със сигурност беше Болгария. Поэтому на сегодняшний день. Затова днес. Я абсолютно уверен. А сам абсолютно уверен. Что вот здесь я стою не просто так. Че тук сега стоя не просто така. И вы здесь сидите тоже не просто так. И вие не просто така сте тука на това. Для кого-то из вас может это произойти просто так, ну как бы. Вошло и вышло. За някого от вас може да бъде само влезе и излезе от тялото хората. Но я знаю точно. Но аз знам със сигурност. Я уверен в своем сердце. Еще уверен в моем. Еще никогда не было по-другому.
До сега не се е случило по друг начин. Що някъде подхватят огонь. Че някои от вас ще хванат огъня. И будут нести Евангелие. И ще носят Евангелие. Будут изгонять бесы. Ще изгонят бесове. Будут молиться за исцеление. Ще молят за исцеление. Будут через пророческое слово знание. Ще работят с пророческим словом на знание. Приводить людей к Иисусу. Ще водят хора к Иисусу. Будут наполнять церкви новыми людьми. Ще полнят църквите с нови хора. И я в этом уверен. Уверен съм. Поэтому, дорогие мои, я хочу, чтобы вы понимали то, что я вначале вам показал, что этот палец вы должны себя показать. Два приятели в началу и как, что с пресс-ряда сочи к вас. Нет ни на ком больше другом ответственности, кроме вас. Няма друг, кой да носи отговорността, освен вас. В Божьем плане для Болгарии нет никого, кроме вас. За Бог няма друг план, освен через вас да се изпълнят нещата. Вы должны это не просто понять, вы должны принять это. Трябва не просто да го разберете, трябва да го приемете. Когда вы это откровение приемете? Когато приемете това откровение. С вами произойдет то, что произошло с пророком в Ветхом Завете. Ще случи това, което се случи с пророците от Стария Завет. Он говорил так, я хотел молчать. Той говориш така, аз исках да... Я хотел молчать. Да мълча, исках да си мълча. Но огонь, который в моих костях. Обаче огъня, който е в костите ми. Но огонь, который во мне. Огъня, който е в мене. Он не давал мне покой. Не ми дава покой. Он не дал мне молчать. Не ми дали възможност да мълча. Я не смог. И аз не можах да го задържа. И я верю, что когда мы принимаем веру, это откровение Бога. И аз вярвам, че ако приемем това откровение от Бог, которое написано в этой книге. Което е написано в тази книга. Не то, что я вам, знаете, какое-то новое учение принес. Не, че ви нося някакво ново учение. Я ничего не говорю, кроме того, что здесь написано. Няма да говоря нищо, освен това, което е написано тук. И здесь написано даже очень много. И тук е написано толкова много. Если мы рискнем поверить в это. Обаче, ако рискуваме да повярваме в това. Если мы рискнем поверить в то, что Бог сделал с нами. Ако рискуваме да повярваме в това, което Бог вече е извършил в нас. И если мы поймем, кто мы такие сейчас. И ако разберем, кои сме ние сега. Что значит быть рожденным свыше человеком? Какво изобщо означава лично роден човек? Что значит быть человеком, в котором обитает Дух Бога? Какво означава лично човек, в който обитава Божия Дух? Тогда вы станете теми людьми, которые будете чувствовать огонь в себе. Тогда вы ще станете тези хора, които ще чувстват огъня в себе си. Вы не сможете спокойно сидеть. Няма да можете да стоите спокойно. Вас не нужно быть мотивировать. Няма да има нужда някой да вам мотивира. Давай иди проповедуй. Айде отивай да проповядваш. Давай иди делай что. Направи иди какво си. Этот огонь не даст тебе просто так в таком состоянии находиться. Този огън няма да ви остави да стоите спокойно. Ты будешь сам идти. Сам ще ходиш. Сам будешь проповедовать, искать людей. Ще проповедаш, ще търсиш хора. Давай деньги. Ще ми даш дори пари. Чтобы он разрешил тебе помолиться за него. За да ви разреши да се помолите. Ты будешь готов подать все, что угодно. Ще бъдеш готов да дадеш всичко, което имаш. Чтобы Царство Божие проявилось на этой земле. За да може Царство Божие да се прояви на тази земя. Потому что мы и есть люди этого Царства. Мы и есть граждане этого Царства. Защото ние сме хора от това Царство. Ние сме граждане на това Царство. Слово Божие говорит, что через кровь Иисуса. Словото Божие казва, че чрез Божията кръв, кръвта на Иисус. Он взял нас из Царства тьмы. Той нас взел Царство на тъмнината. И переселил Царство. И да присели в царство на Бога. Царство Сына. Царство на Своя Син. Он посадил на небесах с Иисусом и Сына. Остави ни на небесни места до Иисус. Он сделал нас новым творением. И направил ново творение. Он вложил на свою природу. Постави в себе си своята природа. Свою силу. Своята сила. Свой потенциал. Свой потенциал. Все, что есть у него. Всичко, което има той. Все, что возможно было вместить в тебя. Всичко, което може да се вкара в тебе. И то, что было...